Русал попробуют перевести в российский офшор. Правительство может перерегистрировать компанию «Русал» Олега Дерипаски в российских офшорах, которые будут созданы на островах Октябрьский и Русский. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В том числе переговоры идут и по «Русалу», сказал собеседник агентства. Ранее 1 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что крупные российские компании заинтересовались перерегистрацией в специальных административных районах, которые планируется создать наподобие зарубежных офшоров. 30 мая агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США откажется от санкций против компании InPlus Олега Дерипаски, если доля миллиардера в ней не будет превышать 40%. В данный момент бизнесмену принадлежат около 66% компании. Днем ранее сообщалось, что Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений. 23 мая Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний «Газ Дерипаски», если миллиардер откажется от контроля над ней. 18 мая Дерипаска покинул совет директоров InPlus. Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, Русал, InPlus и другие структуры бизнесмена. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.